Друзья, всем привет, вы на канале Курок ТВ, с вами, как всегда, и Тёмыч, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Одиссея. Так, ну что, мы повстречались здесь с Типасиком, зарубили его банду, бандосов, зарубили его. Так, стой, погоди, не надо, ты что делаешь? И значит, он нам дал задание, попросил его выполнить. Вот, значит... Саван Пенелопы. Или Саван Пенелопы. Загадочный Элпенор попросил Алексоса отыскать легендарный Саван Пенелопы. Алексос решил узнать, для чего Элпенору так необходим этот предмет. Значит, надо найти Саван Пенелопы. Воры все еще недалеко от Кефалини. Они где-то на юге острова Итака. Они во дворце Одиссея. Так, что мы получим? Значит, походу мы получим капюшон или что это? И experience. Так, ну хорошо. Мы можем, я думаю, отправляться. Я думаю, мы можем отправляться как раз на лодке, он же нам сказал. Главное, говорит, так... Плыву к дому Одиссея на маленькой лодочке. Лучше мне не гневать Посейдона. Так, вы находитесь близко к цели, нажмите, чтобы вызвать Икара. Хорошо. Так, вот и что? Самый Саван. Элпинор не обманул. То есть ты его так быстро увидел? Погоди. У нас здесь ходит Типсон Трехас, лучник. То есть тут у нас есть народ, надо бы аккуратно его пройти. Так. Да, смотри-ка, их тут дохерища на самом деле. Надо бы аккуратно тут пройти, чтобы они ничего не спалили, потому что если спалят, будет очень плохо. Так. Сейф. Хорошо, я думаю, мы можем уже подплыть тогда вот сюда. Пойдемте тогда. Заберем то, что по праву принадлежит мне. Так, стой, погоди. L3, найдите Астракон, найдите древнюю табличку, заберите сокровище. Так, хорошо, давай. Будем выполнять тогда, правильно? Че нам? Так, спокойно. Тут вроде ничего, да? Я просто боюсь, что я пропустил сколько-то народу. Я надеюсь... Лет на Кефалинии, а я и не знал, что дворец Одиссея находится здесь. Ну, ты пиздец, что за артистка. А хули ты не знал-то, блядь? Ты же живешь здесь, блядь. Должен знать. Хорошо, сокровища собираем, значит, да? Так, рукавицы Байца, драхмы и клык. Так, давайте тоже пособираем. Все пособираем, чего нет. Факел, драхмы, все драхмы. Драхмы. Будем действовать аккуратно, чтобы не привлекать внимание. Ну, я хотя, по крайней мере, постараюсь так сделать. Я надеюсь, что у меня все получится. А если не получится, будет ебано. Будет ебано просто. Так, что у нас тут? Собираем. По драхмам у нас. Чисто по драхмам прошлись такие, знаете. Хули нам вообще? Мы ничего не теряем вообще. Так. Ты же можешь сюда прыгнуть? Отлично. Красавелла, брателла. Так, давай повыше. Нам надо повыше, братанчик. Здесь аккуратно. Надеюсь, что тут никого. А где могут быть еще сокровища? Они могут, в принципе, и здесь быть. Конечно, не факт, но все может быть. Хотя я думаю, что он бы мне показал. Да, но вот там что-то есть. Можно и что-то посмотреть здесь. Так. Роковое влечение. Греция, Кефалини. Если отправившись на север по следам Одиссея, ты найдешь дом разводчиков
Кос в Итаке, где Одиссей встретил Афину. Она помогла ему изменить внешний вид и избавиться от женихов своей жены. Найди награду на зарезной козе. Козе, блядь. Козе, козе. Похуй. Красное яблоко, драхмы, роковое влечение и опять еще драхмы. Хорошо. Нам нужно найти еще один сундук. Вот что. Давайте действовать аккуратно. Спокойно. Так, не палимся. Мы не палимся. Че нам? Смысл нам палиться. Палиться нам не зачем. Так, там волк, да? Или пес? Я вот не могу понять. Так, мы можем здесь спуститься, братанчик? Да. Можем? Спокойно, кто там орёт, блядь? Спускаемся. А, ну вот, там волк на них напал как раз. Ну, мы с вами, блядь, чё? Отлично. Не палимся. Эй, выпусти меня. Схуяли вообще, блядь. Так, а, значит, посмотрим, что. У меня есть снаряжение. Я его, походу, не могу сейчас, да, одеть? Или все-таки могу? Уровень 3. Там нужен уровень 4. Совсем немножечко. Так, это что у нас? Сумка. Бумага. Греция, это все понятно. То, что мы прочитали с вами. Хорошо. Будем действовать тогда. Спокойно, спокойно. Так, а куда ты залез, дядь? Прикинь, он, да, залез. Так, эти по четвертый уровень. По четвертому уровню у них. А этот что-то делает. Дворец Одиссея. Спокойно. Сейчас разберемся с этим. А где он? Он же здесь был, не? За шкуру этой твари наверняка щедро заплатит. Вот кто должен командовать. Так, подожди, ничего не понятно. Спокойно. Собираем. Так, древесина, оливы, обычная стрела и железо. Так, здесь тоже берем. Так, надо как-то снять их так аккуратно, чтобы было все без палева. Как бы так сделать по красоте-то? Так, эти уходят, да? Вот этот без шлема, четвертый уровень, который сюда идет. Вот они вдвоем идут сюда. Можем снять. Можем снять, но тоже, блядь, небезопасно это дело. Давайте делаем вот так вот. Спокойно, блядь. Спокойно. Чё? А с хуями ты меня вообще задеваешь? Спокойно. Ух ты, блядь, слышь, нихуя себе агрессивная хуйня, блядь. Отлично. Я тебя, блядь, сейчас покидаюсь. Нет, блядь. Бля, надо тихо как-то. Я не понимаю, как загрузить последний. Я не понимаю, как просто аккуратно его снять. Этот палит меня получается. Он прям снизу стоит под крышей. Да. Да. Сука, нечестно. Он прям под крышей стоит, палит. А как? А что я мог сделать? Понимаешь? Тут я, блядь, бессилен. И мне как-то надо сделать так, чтобы было прям вообще заебуро.
Если заметят, мне не сдобровать. Вот и я о том же. Вы уже не сдобровали, блядь, только что. Надо либо как-то по-быстренькому. Давай, 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 братик. Отсюда спрыгиваем. Спокойно, мне главное этого зарубить. Уебища. Ебался на. Ебать, ебать, ты сильный нахуй. Ты, блядь, ебаная псина нахуй. Сука. Блять, я мог просто подойти, треугольник нажать. Я зачем-то подошел, нажал просто слабый удар. Ну я ебанько хотел сказать, а ебанек. Ну ебанек тоже подходит. Почему нет? Ебанек. Блять, как же вот, сука, тяжко с ними, а? Причем надо так быстро спуститься, сразу, моментом, просто, чтобы его захуярить. Вот здесь, отсюда, все, сразу, пока они... Куда, лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Дядь, ебать, давай ты нахуй, я сам решу, что мне, блядь, сделать лучше. В смысле? Блядь, ты чё, а? Все, они пиздец за мной идут. А это... Сука, ебать, он жесткий нахуй. Ебалось нахуй. У него, блядь, супер удар какой-то, бля, иди нахуй, короче. А, вот почему меня убивали, там еще этот прибежал, жесткий какой-то типсон. Давай, давай, братанчик. Они не должны в меня попасть. Бля, вот он лютый, пиздец. Спокойно. Там не залезь, что ли? Братанчик, пиздец, не подводи меня, нахуй. Спокойно. Пока они там меня ищут, это... Пока они меня ищут, блядь, я уже в другом месте окажусь. Все, спокойно. По сути, вон он, сука, смотри, его можно отсюда, блядь, попробовать снять. Луком. Видишь, они пока меня ищут, можно... Не вижу ни следа. И... Так, спокойно. Да, уже иду. Как будто сзади кто-то, бля, бегут. Так, спокойно. Мы не успели. Он скрылся. Ничего. Прячьтесь, быстро! Умри же! Кончили стрелы. С какого хуя, ну, блядь, ну почему, сука, так? Уебищно, блядь. Стреляет отсюда! Прячется где-то. Ищите! На, блядь. Чё ты делаешь? Чё ты делаешь со своим луком, мазила ёбаная? Ох ты, блядь. Какой? Я, бля, я прячусь. Ты думаешь, я прячусь? Спокойно. Завалила, блядь, ебала свою нахуй. Шлюха, иди нахуй отсюда. Залезла, блядь, она. А вы что тут делаете, блядь? Слышите, ебались нахуй все. Вы не догоните меня, один хуй. Мазила ебаный. Пошел пизда. Догони, ёпта, урод. Бля, ебать, их там просто толпа, блядь. Съебался нахуй. Готово, шлюха, блядь. Да, блядь. Ебать, они отравленной хуйней своей, блядь. Шпикуют, блядь, там.
Так, съебываем. Да пизда, ебать, его уже лицо видели, блядь. Они его нахуй найдут потом, блядь, и будут заебывать. Все не так все просто, блядь. Да пошла ты нахуй, блядь. Это тебе, блядь, блядь. Спокойно, я прячусь. Блять, жизни просто. Жизни просто мало. Сейчас отстоимся. Хотя он, блядь, один, сука. Он, блядь, один здесь. Его можно въебать, похоже. Спокойно, спокойно, блядь. Собака, ебать. Наверх, 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 блядь, да ты долбоёб, наверх, сука, говорю тебе, блядь. Почему такой ебанутый, сука, а почему, блядь, ёпта, ну это пиздец, ну как, блядь, можно было так проебаться, ну скажи, блядь. Ну как можно, блядь, застрять на миссию, да, блядь, 3-4 раза уже заебошили меня. Грёбаная гренка, сука. Я еще подхожу к нему, сука, делаю убийство тихое, блядь. И у него все равно там, блядь, четверть хпшек, блядь, снимается, блядь. Блядь. Тут наверняка есть охрана. Да ну нахуй, серьезно, блядь? А я думал, нет никого, блядь. Блядь, вот этот стоит, палит, пиздец, блядь. Скрытая, блядь, атака. Это значит, сука, тебе надо с первого раза убить, блядь. Все, пошла гармошка, нахуй. Ты, блядь, шлюха. Ёпта, все, пошел яд, блядь, как всегда. Быстрее, сука, залезай. Ты чё, блядь? Нахуй ассасин, блядь, или кто, блядь? Паркур где, блядь? Тихо, тихо, тихо. Я нашел! Съебался нахуй отсюда, блядь. Куда ты залезаешь? Съебался нахуй. Щоп нахуй, нахуй отсюда. Куда вы, блядь, все залезаете? Ёбнитесь нахуй отсюда. Правильно, своего, блядь. Да, блядь, встань ты, сука. Беги, блядь. Иди нахуй. Блять, собака, ебаный в рот, наверх, блядь. Пизду. Где это уебище, блядь? Давай, давай сюда. На, блядь. Давай сюда, я тут, блядь. Давай, 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 сюда иди. Быстрее, быстрее. Он собакой бежит, интересно, или нет? А? Ёбаный в рот, блядь. Съебался, нахуй. А чё, всё он, блядь? Ой, ебать, он улетел. Быстрее, 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 за ним, нахуй. Быстрее, блядь! Убегаем, нахуй, всё, боевое копье, я всё забрал. Нет, собака, нет, иди нахуй. Спокойно, я все выполнил. И осталось их ебать. В смысле? Ебать, 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 залезть куда-нибудь можно? Пизду, там собакин бежит за мной. Быстрее, блядь, топи, пожалуйста, блядь. Осталось просто съебаться и все. Вернитесь к Эльпинору.
Ебануться, блядь. Изготовьте стрелы. А, блядь, точно, я же изготавливать стрелы умею. Как я мог, блядь, забыть? Так, погоди, фу, блядь. А, погоди, где стрелы? Вот стрелы. Это что, все, что я могу? Пиздец. Одна стрела. Фу, блядь, да ну нахуй. Пизду, блядь, такие приключения, блядь. Не нужны мне такие приключения. А хуй ты там по-тихому как сделаешь? Надо новое оружие себе купить, вот что я думаю. Такое, которое нормально вывозит, блядь, соперников. Нет, соперников, противников. Поверни, сука, налево. Погнал, блядь, топил. Хорош, правее, блядь, возьми, дядь. Давай, 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 давай. Нормально у меня такая лодочка, блядь. Остров Кефалини. Так, украсть. Это тоже украсть. Хули, я же все-таки варюга как-никак такой, знаете. Ну, иногда бываю, не всегда, но бываю. Так, тут тоже пиздим. Драхма, драхма. А чё это? Вот нахуя ему это копье, что оно пиздатое какое-то? Я не заметил, что оно какое-то, блядь, охуенное. Давай посмотрим, может, я тогда наебу его, скажу, что типа, бля, братан, у меня ничего нету. Пятый уровень, хуясись. Нормально. У меня 14, у него 58, прикинь, блядь. Понятное дело. Такое купить можно, дядь. Че, мы поговорим с ним? А, он сам, да, типа? Блять, на одной миссии столько времени потратить. Это пиздос. Это прям много. Алексиас, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. Ну-ка, за твои труды, Мистей. Схуяли. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Он хочет меня к себе взять? Он хочет, типа, меня к себе взять или что? Чтобы ты я молодец, ему помогал? Мистей. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Негорите? Справишься и получишь вдвое больше. А, что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Ну как-то... Блять, я хуй знает. Я не убийца, ёпта же. Я же нормальный, так чисто... Хожу, ворую так потихоньку, так щегол чистый. И хули мне типа... Нет, погоди. Я не убийца. Все бывает в первый раз. Что скажешь? Там, он все равно сам берется, понимаешь? Как бы, кто этот полководец? Кто этот полководец? Его зовут Волком. Он тебе чем-то насолил? Да, я теряю деньги. Он мешает вести дела. Что ты знаешь о Мегариде? Что ты можешь сказать о Мегариде? Это самые ценные земли в Греции. С военной точки зрения, конечно. К несчастью для местных жителей, у них два могучих соседа, и они не хотят жить мирно. Коринф и Афины постоянно сражаются за Мегариду. Почему я? Почему я? Тебя там никто не знает. Ты словно тень. Угу. Охуенно, много ты сказал. Окей, ладно, я берусь. Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть?
Ну, там лодочка, конечно. Это да. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. То есть они меня могут разъебать, по сути. А ты, получается, на той? Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе. Война? С кем? Греки вцепились друг другу в глотки. В какой дыре ты жил все это время? На Кефалинии. На Кефалинии. Мне пора. Я тебя не подведу. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Так, Саван Пенелопы. А я его оставляю себе, значит, да? Так, у меня 4-й уровень уже. Ага. Сучка, блядь. Так, залезаю наверх. Нужна лодка. Найду корабельщика. Так, этот-то чё? Ну да, та хуёвая, она маленькая, и, блядь, меня въебут. Мне, блядь, хватит одного ядра, чтобы мне был пиздос. Короче, дело такое. Значит, я могу поставить себе саван Пенелопы. То есть, как бы странно не выглядело, у меня нету костюма охуевшего, но а что я могу поделать, собственно? Я могу поменять... Что за охуенный, блядь, наруч? А почему левый не закрыт? Правый закрыт, как бы, а левый нет. Ну ладно, пусть будет так. Что я хочу еще? Так, это все мы нашли, это все понятно. Способности. Удар. А почему не... Ну ладно, хорошо. У меня просто... Я думал, типа, знаете, обычно в многих играх начинается вот отсюда и идет до низа. А тут снизу наверх. Так будет, ну как бы, да, правильнее, ясен хуй. Так, убийца. Так, выбери способ, чтобы ее использовать. Отравляющий удар. Так, подожди. Что есть еще? Удержать R2, чтобы усилить атаку, отпустите. Ухуяси, он там улетел. Отпустите R2 для усиленной атаки. Смотри, просто чоп, нахуй, ебать, он там мальтухан, сальтухан сделал. Соберитесь силами, чтобы нанести особенно мощный удар выбранному оружию. Противник будет отброшен назад и лишится защиты. Бля, сильно. Вот, выберите способ, чтобы ее использовать. Вы прорываетесь сквозь толпу противника, сбивая их с ног. И нанося 250 уронов. Забираю. Я это ставлю на давай на крестик. Как было у Леонида, когда мы играли за Леню. Леня. Так, задание. Прорыв. Дополнительные задания. Бой с Талосом. Уровень вашей цели на один выше вашего. Короче. Я... А, ну значит, я все, меч ему отдал, правильно. У меня нет своего. А, нет, смотри, есть, погоди. У меня есть, значит он... А, это копье, блядь. Копье пока не могу. Получается... Хорошо, ладно. Так, он говорит, что надо корабельника найти. Что бы я еще сделал, на самом деле, да? Блять, маска, этот шлем, конечно, это пидор. Шлем, говорю, ну вот этот, капюшон. Сюда, иди, пидор. Давай сразимся, нахуй. Ты же такой пиздатый. Сюда, нахуй. Мазила, ебаная. Я блок ставлю. Нас сучара, блять. Да, поставь ты на него, сука, блядь. А у него вот какие, да, атаки, блядь. Ну ты охуевший. Это Спарта, блядь, братанчик, это раз надо. Блок ты, блядь, поставь. Спарта, сука. Вот, блядь, агрессивная пизда. Я убью тебя быстро. Пошел ты нахуй.
Бля, он пиздец. А почему он это не блочит, а так? Спокойно. Бля, жизни пиздец. Нет! Блять, ну ты уёбище, конечно, лесное. Надо купить себе просто, блять, я не знаю, нормальные доспехи, чтобы он хуй меня вообще цеплял своими ударами ебучими. Вообще я его пиздил, смотри как. У меня еще, блять, вот это копье справа, которое, оно вообще урона, блять, не отнимает нисколько, блять. Копейки какие-то ебливые. Раз так можно? Залупа. Бля, сейчас этот пармезан у меня получит пиздов. Спокойно, пусть он там, блядь, бегает. Пусть он там бегает. Вот как раз таки у нас там... Так, пока этот вон он там бежит, он куда-то по съёбкам дал. Вот, надо к нему. Кузнец. А, покупатель. Это я. Это я, ёбаный в рот. Вот, ёпта. Четвёртого уровня пока что. Взять какой-нибудь, видишь? А чё нет, блядь? 4 урон бойца, у 4 урона воина. Убийца, точнее. Взять какой-нибудь сейчас себе там, я не знаю. Кинжал. И кинжал нормальный взять. Так, что, еще у него же есть этот. Погоди, не у тебя разве были эти? Вот у тебя были, вот. 13, 11. Так, 4, 19, 17. 19. Сколько у меня? 710? Я возьму. Вот. 9. Получается, да? По 9. Это 4 урона убийцы, да? И урон охотника. Давай, беру вот эти. Убам-бури-бури-бури. Так, погоди. Самодельное копье. Давай все-таки меч возьмем, но пока что. Воина. Отлично. И кинжалы, кинжалы, кинжалы. 32. Отлично. Так, как теперь... Возвращайся еще. Базару нет. Сейчас пиздим, давайте попиздим здесь немножечко. Так, и вот здесь теперь я предлагаю сейчас все сменить. Так, этот у меня четвертый, да? Блять, надо было, я не знаю, наручи я вроде не покупал. Да. Так, 19. Ставлю. Это я тоже ставлю. Ставлю меч еще пиздатенький, да? 43. Ну, конечно, блять. И ставим это. Вот, это другое дело, бать. А, то есть можно вот так, да? 43, это 32. Давай вот так. Отлично, отлично. Чё, как думаете, вывезем сейчас мы его? Блядь, где он, сука? Вон он. Давайте попробуем вывести. Хуй его знает, смогу ли я его вывести или нет. Уебище, блядь. Ну чё, блядь, подеремся. Чё, сюда вставать? Уже ты не такой, да, пиздатый? Съебался, нахуй. Ой-ой. Так, блядь.
Так, пока. Ушел, блядь. Блять, аккуратно, сука. Руби, руби, ёпта. Уёбок, блять. От назад. Нет! Лох, блядь. Наемник побежден. Талос каменный кулак. В натуре. Собрать, блядь. Приглашение на арену. На арене Певки проходят самые зрелищные бои в Греции. Я действующий герой арены. Приглашаю лучших бойцов со всего мира развлечься и побороться за уважение и драхмы на глазах у публики. Слава бежит вперед тебя. Мало кто может сравниться с тобой в искусстве красивого убийства. Если мое предложение заинтересовало тебя, я буду ждать в землях пиратов. А мой помощник Меон в приюте воина, что в Певке. Скура, герой арены Певки. Окей. Нагрудник наемника, драхмы 64, драгоценный камень. Отлично, приглашение на арену, предметы для задания. Вот так, как бы. Я сказал, пацаны, я базарю, если я сказал, что я вынесу. Я вынес, получается, все. Речи, блядь, не может больше быть ни о чем поговорить. Чем могу помочь? Чем можешь помочь? Короче, что я еще хотел? 7-8 наручи, да? Вот, мне бы еще, конечно, доспехи. 13. А у меня если получается... Если тебе что-то нужно, дай знать. У меня получается сколько на нагруднике? 6. Ёбаный стыд, блядь. Скажи, что ты ищешь. Сколько они стоят у нас? 165. Пока что мы бомжи. Внешний вид Фобоса нет. Да благословит тебя Гермес. По-братски. У тебя тоже. Гермес. Прорыв задания. Поговорить с корабельщиком. Это вот туда. Это туда. Корабельщик. А чё он так далеко? Ну, в плане, почему он не у порта, корабельчик? А? Пещера Мелисани. А почему я сюда пришел вообще? Мне же с корабельчиком надо поговорить, правильно? Почему в пещеру Мелисани меня привело? Сейчас я вообще ничего не понял. Снаряжение. Что? Ага, я поставить не могу, вот что. Иди в жопу. Так. Что-то мне не показывает. Не понимаю просто, почему он меня сюда привел. Прорыв, задание Одиссея, без сучка. Калифорния. Скура. Охуеть, 25 уровень нужен. А вот это что такое, ваша Одиссея? Время возвращать долги. То есть вот так вот, да? Поговорить с корабельщиком. Я так и не понял, почему он не... Вон он, блядь. Я о том же говорю, что, блядь, почему меня сами, блядь, что за хуйня, почему меня туда ведет? Почему меня ведет сюда? Я сейчас немного просто не врубаюсь, почему меня ведет сюда.
То есть мне как бы показывают, что тут что-то есть, поэтому я и решил проверить. Я же был здесь, правильно? Или я здесь не был? Не видно нихуя. Так я был здесь, бля, братик на. Мы вот здесь проплывали, получается. Почему он мне просто отметку, галочку показывает сюда? Мне сейчас вот это непонятно. То есть галочку он показывает, но почему, вот непонятно мне. Ну давайте проверим, почему бы и не проверить еще раз. Может там кто-то есть, я не знаю просто. Я думаю, вряд ли, просто очень странно, почему он мне сюда показывает галочку. Ну да, теперь он, видишь, где-то на 200 метров отсюда он показывает. Набрать. Здесь меня могут заметить. Кто? Тут, видишь, блядь, все отпищенные стоят. Самодельное копье, отлично. Я тут все собирал уже, почему здесь появилось опять? А, выйти как? Ты забыл, как отсюда выйти. Вон так. Вот здесь заберемся. Хуяк. Правильно же? Я же могу здесь выйти? Или я не могу здесь выйти, нихуя? Скорее всего, еще выше надо. Значит, меня просто здесь, блядь, наебали. Я ко всем по-доброму, а меня как бы тупо наебали. Отлично, наручи сломанные. Чисто для продажи так. Пиздоболы, я нахуй сюда вообще пришел. За это спижу у вас. Сосуд с медом. Так, а мне надо вот туда. Так, ребят, давайте на этом месте мы, наверное, уже с вами остановимся и продолжим мы проходить это все в следующей серии. А всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. А также подписывайтесь в ВК, Инстаграм и всем пока.